Всем привет, друзья! Вы на канале GameTune.ru, и мы продолжаем играть в Titanfall. Миссия называется «За Баркером». Ну, я уже даже сомневаюсь, можно ли это назвать миссией. Просто, по-моему, очередная карта. Буйное истребление. Опять сейчас будет Месилово. Но, слава богу, за мою команду есть пара дрочеров. И, возможно, они затащат, и я благодаря этому пройду эту карту. Так, ну и сейчас мы об этом узнаем. В итоге, выиграем мы или нет. Потому что я без знаний игры, я как бы здесь мало чего решаю. Так, убиваю пару человек. Сейчас посмотрим. В общем, компания как-то... Я недоволен. Здесь мало зависит от меня. И плюс нужно... тренироваться, чтобы пройти компанию. То есть ее несколько раз проходить. Ну это ерунда. Что от него и несет? Ты его знаешь или как? Да, Баркер был моим ведомым на войнах Титанов. Я вам всем надеру зад. Эй, ты что говоришь? Может, выглядит он не Африка, но поверь мне, он нам пригодится. Так, что там? Пилот. Туда, что ли, надо? Хорошо, пошли, ребята! Выгодим, я не приму до времени. Так, Биш, посылка ушла, заводи шарманку. Понял, Мак. Всем пилотам, отвлекайте АМС на поверхности, пока мы не завершим операцию. Удачи. Удачи, люди, задайте им жару. Окей. Макало, отбой. Уже кто-то кого-то убил. Где-то кого-то. Погнали вперед. Я карту вообще не знаю. Как же меня бесит такая компания. Куда вообще нужно бежать? Сейчас я вот невидимкой заделаюсь. Авось не так меня будут месить. Это вот настоящий человек. Я его убил. Это бот. Виш, я отслеживаю команду Маккаллана в канализации. Пока у них все хорошо. Наш отвлекающий маневр явно работает. Понял тебя. Как бы не сглазить. Так, это свои. Вот чужачок. Фак, я его не убил. Не добил. Больно. Блин. Где он? Сейчас он где-нибудь... Больно. Вот это я сделал, три чила. Ну бей ты его, господи. Неужели так сложно? Так. Кто у нас там есть еще? Не знаю, что это, но оно очень большое. Мак, только что совершил прыжок. Что за ерунда? Вот они стояли, друг на друга смотрели. Может, поцеловаться хотели или еще что-то. Прикажи истребителям сосредоточиться на хвостовом стабилизаторе мегоносителя. Так, там титаны уже пошли ведь. Ему не нужно сбивать его, только повредить. Я попал? Да, меня попали еще. Мы вообще выигрываем. Да, мы выигрываем. Пора титанчика вызвать. Где у нас? Кемпер. Сраный. Ясно. Отлично, пилоты. Наш отвлекающий маневр работает. Вот ты. Лучи, лучи. Это что еще такое? Поисковый дрон. Окей, погнали. Садимся в титанчика. Несем козлов. Ну да, вплотную, когда вот... Ой, я как-то и не заметил даже. Внимание, согласно анализу, наша эффективность упала до 50%. Команда, соберитесь. Это было больно. Есть! Ого! Хорошо, приятель, бой идет напряженный, но мы определенно теряем инициативу. Так, я какого-то... Кого-то вообще убил там, не знаю. Внимание, высокий уровень угрозы.
Так, кого-то я убил, нет? А, ой, рывки. Погнали, погнали, по-быстренькому валим. Так. Получи, козлина. Беги, беги лучше. Кто-то здесь. Есть. Отлично, пока что идем. Вот я сейчас немножко, у меня прям получилось на этой шляпе сыграть. Так. Ай-яй, карабас! Ну вылази, или чё? Я не понимаю, что делать, когда мне как козел какой-то нападает. Где он? Карабас. Получи, урод, карабасина. Боевая эффективность упала до 25%. Если так пойдет и дальше, придется уйти. Нормально все, не ссы, сейчас выиграем. Еще чуть-чуть. Пока что бегаем здесь и ищем врагов. Пока не вижу никого. Ну и... Время на исходе, а у врага перевес. Нужно изменить ситуацию, иначе нам конец. А, вот. Где? Не вижу. Титанчик. Ку-ку. Так, он, по-моему, сдох. Свой. Свой, свой, прости. О, нет! Нет! Я залез на него? Нет, я не смог залезть, я сдох. Флоты, бой окончен. У нас потери. Как? Мы же займемся. Отступайте, удерживайте пункт эвакуации. Так, возрождаемся. И туда нам нужно. Баркер у нас, но нам едва удалось уйти. Надеюсь, меня сейчас не завалит, пока я туда бегу. Пожалуй, здесь вот невидимость можно включить. Сейчас она кончится. Да. Давайте-ка сейчас переждем, пока эта херня восполнится. Мы уступили этот сектор АМС. Высылаю корабли. Двигайтесь к ближайшему пункту эвакуации по HUD. Давай, давай, нужно, нужно успеть. Или нам капец. Отбытие, уже. Господи, я просто физически не успел добежать туда. Что делают? Да господи! Ну, я не знаю. Так, ладно, сыграли мы эту карту. Компанию, не знаю, продвинемся ли мы дальше. Сейчас посмотрим. Испытание. Так, ага, самый ценный игрок. Вся фигня. Бойное истребление. Ага, что сразу же другая. Так, окей. Всем пока, друзья. Подписывайтесь, лайкайте. Увидимся в следующей серии.